Новая рабочая неделя традиционно началась с совещания, которое провел президент. Главы государственных администраций доложили о ситуации на местах. Ситуация везде штатная. Одна из актуальных проблем текущего периода – состояние дорог. Практически повсеместно нужен ямочный ремонт. Зима нынешнего года отличается неблагоприятными для дорожного полотна условиями. Ночной минус и плюсовая температура днем приводят к разрушению покрытия. Дорожные службы готовы приступить к ремонту, но пока не позволяет влажность. Роман Иванченко, рассказывая о жизнедеятельности Бендер, сообщил, что начат объезд микрорайонов города для выяснения потребностей в благоустройстве. На основании выводов будут разрабатываться проекты. Еще одна тема, которую обсуждали на совещании при президенте – подготовка оздоровительных лагерей к сезону отдыха детей. Проверяющие службы не должны затягивать с проверкой. Заключение необходимо подготовить уже в мае, нацелил Вадим Красносельский. Не остался без заслуженного внимания оздоровительный комплекс «Днестровские зори», который не только функционирует как детская площадка в летний-каникулярный период, но и круглый год принимает взрослых граждан на санаторное оздоровление. Говорили о дальнейшем развитии его инфраструктуры. Главам государственных администраций предстоит отчитаться о проделанной за минувший год работе. Сегодня доклад озвучил Олег Довгопол. К обсуждению итогов и планов традиционно приглашают широкий круг должностных лиц.